Hurmatli hamkasblar, matbuot anjumanini boshlaymiz. Telefonlarni o'chirib qo'ygansizlar degan umiddaman. Huzuringizda Samarqandning Dinamo jamoasi bosh murabbiyi Tashmurod Shamakish Agamurodov. Ваше мнение об игре? Ну, сегодня мы, конечно, во-первых, я хочу поздравить Бунетку с победой. Победа заслуженная, конечно. Вот. Ну, как всегда, когда играешь с лидерами, всегда тяжело. Но я думаю, что сегодня мне за своих ребят не стыдно, потому что ребята бились до последнего. Ну, к сожалению, все-таки мастерство сыграло свою роль, и результат вы знаете. Спасибо. Мархамат, саволлар, бошладик. Почему закрылись во втором тайме? В первом тайме все было хорошо, не позволяли мне скоро бить поворот, но во втором уже закрылись. Да. Ну, если бы мы бы не закрылись бы во втором тайме и не закрывались бы в таких играх, если бы мы могли бы играть вне закрытый футбол моментами, то мы бы были бы сейчас на месте Бунеткора, а Бунеткор на нашем месте. Все-таки уровень команд и уровень подготовки команд разный. Поэтому мы исходили из того, что, во-первых, играли в гостях, во-вторых, играли, как я уже говорил, с командой, которая играет в Лиге Чемпионов. Естественно, у нас нет таких замен, которые могли бы усилить игру. Вы видели, во втором тайме вышли молодые ребята. Старались, что нельзя отнять у них. Вот. Но пока еще уровень их не такой, что в открытый футбол играть 90 минут нам еще тяжело. Спасибо. Савалла. Все, если нет вопросов, спасибо. Сызгиям, кеттарахмат, удачи. Да.